Всем привет! Сегодня мы у нас опять идет обустройка. Чё, идём? Чё с коробкой? А, там ещё напитки. Сам всё цветочек. Так, куда я поставлю? Я говорю, сюда не знаю, куда. Там, куда на стул? Так куда на полку? Вот сюда. Ну да, вы знаете меня. Я комнату забиваю так, чтобы нам некуда девать эту вещь. Там, там все. Я 32 минуты стараюсь. Послушайте. Такой цветочек можно. Микрофон. Рекро. Оп. Николай Алексеевич. Николай Алексеевич. Коля. Коля. И долго ты собираешься еще молчать? Ты хочешь, чтобы я признала себя виновной? Так вот это куда-то вытянуть надо. Сценам, но он отдельно от тебя личность. Он хотел оградить тебя от своих неприятностей. Вы это не видели. Понимая, в каком ты состоянии. И молчал. Да он думает, что ты винишь его в этой аварии. Что это он должен был там быть. Что он мог не пойти на это открытие. Я тоже мог. Я злюсь не потому, что ты скрыла, а потому, что не понимаешь, что я тоже его люблю. Мне потом сегодня надо будет в магазин сходить. Вы меня знаете. Да, тебе нужно ехать. Теперь уже все это дело надо не запихнуть. Ты показал мне видео. Я еще секретку открывала в том видео. А, это шестая часть, я вам забыл сказать. Я про это шестая часть, вот. Я просто сказала, сегодня у нас обустройка. Все. В следующем видео я забыл сказать, всем пока. Мне нужен адвокат. Подожди. Вот что. Ну, Ливань, понимаю. Позвоночника у советника президента. Ставим вот сюда Никс. Такой напиточек. Если ты возьмешься... Нет, у меня сейчас... Я все знаю. Если возьмешься, то, думаю, у него получится изменить подписку. Пожалуйста, можете снять видео, если вот этот коктейль выпить, то что будет? Оно выпьется или нет? Баба-утин. Такой клубок сосудов. Ну да, куда же без бабутинок? И без того, что без бабутинок. Ой! Из-за того, что тут много бабутина постоянно... Вода включается. Все. Теперь эту коробку убираем. Первый напиток. Ставим вот этот напиток сюда. Сюда. Вот эту. Вот. Извините, вот вы знаете, Вячеслав Анатольевич занят. Стойте, вам туда нельзя. Если сейчас экран упадет в экран, срочно в кабинет генерала. Очень. Дена, я знаю, при чем ты пичкаешь. Я видел запись. Ты совсем уже охамил? Что это, психопроб на кочке? Дверь, пусти, дурачок. Послушай, давай договоримся. Я сделаю все, что ты хочешь. Я всю вину возьму на себя. Как она тебя зацепила? Да ты посмотри. Она сойдет с ума, а ты убьешь ее, больной ублюдок. И про бабу свою сразу забыла. И про пацана. А ну, отец. Красава! А, вот эти коробки не нравятся. Все, что ты сделал. Сейчас пойдем еще наполнять коробки. А что, вы думали, что это все? Я больше не буду их пополнять. Нет, буду. Нам понадобится только мой персонаж. Мы выходим из здания. Молоко сейчас Егоровым 7 часов предстоит. Вот.
Я в этом видео ничего не в той локации, знаете почему? Ну, по одной причине. На самом деле, правда, я снимала видео. Я случайно выключила камеру. Ты вообще ничего не знаешь. Вот. Ты вообще ничего не знаешь. Вот почему я вам сделала другой локации видео. Потом я зайду суши мангом. От мататанки. Ладно, все, хватит. Так, заходим на какую локацию, конечно же, на нашу любимую почту. Опа, все, загрузилось. Так чьи-то... А ты чё? О, вот это мне надо. Это берем. Эту сумочку тоже. Да, я, конечно, хочу вот этот микрофон. Потому что я думаю, она убирается. Он ни капельки не убирается. Чё? А, нет, всё. Это что такое? А, я поняла. Это будет походное. О, такой рюкзачок. Вот такой. Ну почему? Вы знаете. Надо зайти куда-то. Потом хочу забрать. Чё? Такой акраунюм. Такой цветочек. Такая... Нет, такая лампа не нужна мне. Фотоаппаратик. Перон. Такие цветы. Вот такую свечку. Где свечка моя? Где свечка моя? Где моя свечка? Прикиньте, я свечу свою потеряла. Все равно умрет. С этим много не живут тогда. Так, переходим к плану Б. Сейчас все будет. Ну, вы знаете меня. Человечка, который обречен на мучение. Смотри. У меня сейчас микрофон работает, это нормально. Я один раз нажала, что у меня микрофон не работал. Это была первая часть видео. Хорошо, что это я в YouTube не выложила, я прям слушала. Прикиньте, я это не видела. Это откуда его? Я давно чули на почте не была. Я 2 дня назад на почте была, я заходила. Жаль, что я не могу заорать. Такой платьишко. Так, все. Вот эта коробка, да, одежды. Вот эти меня убирали, я другие. Что? О, это водные пистолеты. Это водные пистолеты, это водные пистолеты. Я говорил. Это что, это что? Это сумочка? Это сумочка? Это сумочка? Это очки? Модные очки. Очки, кепочка. Скейтборд, водичка. С психикой нормально. Это убираем. Берем водичку. Я когда раз буду снимать скоро школу. Я возьму рейтинг дом и преизображу его в школе. Бабочка, зажжу от ламинка. И нашим пациентам. Пач. А это что? Ну что? Какой? А это что? Проверяй. Любой сосуд. Шляпка. Сумочка. Ну что ж, пусть будет первым. Так, у меня будет дома два портфеля. Два портфеля. А это что? Это корм.
Татьяна Викторовна? Почему же коробки места нет? Вы меня слушаете? Да, это я. Беру. Я заберу. Да-да, а что случилось? Сичком. Ну, она некрасивая. Картину не хочу, а чё? Последствия. Андрей Павел Саныч. Цветы. Кольцо. Жаль, что вы не видите мое лицо. Я как чувствую это. Что такое? Чисто сейчас как компьютер. А это что такое? Скажите, это что такое? Это что? Это что такое? Не знаю, упаковку. Еще промываем. Еще. Вижу кровица, что проблема. Мне не надо. Это к всему. Ну-ка. Барахное идеальное кровотечение? Не вижу. Я вчера была на почте. Я вчера была на ней. Покиньте, я вчера была на почте. Вот. Я вчера была просто на почте, надо было видео готовиться. Их там не было. Посмотрите, а это что? А, это яйца шоколадные. Яйца всем от радости. Тостер, футболка. Я заберу вот эти костюмы. Я заберу их. Не, ну я, конечно, не буду нам дочку делать. Это что такое? Плюс еще одна сумка. Плюс толстовка. Ну, ладно вот это. Ну это что? У меня будет жить карамбет. Я сегодня возьму и... Я, конечно, не люблю собак, что они у меня дома находятся. Ну... Соптес. Это тот самый суслик, о котором я тоже мечтала. Суслик. Плюс рюкзак. Ключи я дома возьму. Хорошо, что это закончилось, чтобы сейчас... Мне нужны плюс новые коробки. Вот смотрите, мне вообще надо было другие предметы взять. А теперь что? Собираю взять чуть-чуть предметов. Называется. Лиза, нет. Синий. Ноутбук. Оп. Это мне... А скажите, это уже было или нет? Что? Что оно не было? Вы извините, я как бы давно не заходил. Так. Хоп. Мне уже придется брать где-то 20... Это ямба. Так. Где тут набор? Вот этот набор.
Ну, конечно, новый тоже клёвый. Так. Ну, вот так, ни картошку, ни голубику. Вот эти сеженцы. Зиму вот такое. Брошочек и такую лейку. Все. Взяла все красиво. Акциотель. Иди ко мне. Да, конечно, понимаю, что это перебор. Ну, извините. Я сама не хотела этого. Что это мне надо? Что с ней делать? Я почему-то всегда беру вот этот якорь. Мне сначала бы узнать, что целый зоопарк. Мне даже самой не верится, сколько я набрала вещей. Да. Отель. Все. Я не знаю, сколько у меня будет крамбетов. Штук 20. Стопудово. На Новый год у меня дом, знаете, какой будет? Не скажу. Все. Так, Никита, иди сюда. На раз, на два, на пять, на шесть. Знаете, только не забирайте навсегда. Там мои усики. На два, на три, на четыре, на пять, на шесть, на семь. Я возьму аксиотля. Сейчас я скоро приду. И... это что? Это что такое? Знаете что, я где-то с самого начала просидела на почте. Девочка моя, ты когда-то дала ему свою кровь. Блин, а я не в ту локацию зашла. А, ну тут крамбет есть. Сразу говорю, я возьму... Я где-то возьму карточку. На третья группа, ну вот четвертая. Че с лейкой? Рю, че с лейкой? Да. Сколько подарок? А ты знаешь, что мне в одном доме располагать? Если бы в 20-му. А вообще почту бы взяла. До 20. Знаете, сколько надо? А где Никита? Никита потерялся. Никита потерялся. Где Никита? Где Никита? Где Никита? Так, а, он может быть в этой куче завален. Точно.
Это не смешно. Где Никита? Это разве не смешно? У нас Никита потерялся. Сейчас я зайду сюда. А там вещи мои. Вот Никита. Вот Никита. Где он? Я Никиту потеряла. Видите, я Никиту потеряла. Кстати, наверное, я давно не выпускала таких длинных видео. Так что лайк за... Никита, ты что? Мне почему-то сейчас было смешно. Так, ладно. Так. А где Карамбета будет жить? А. Ну, где мои суслики? Так вот, клетка до хомяков будет. А что? А, вы видели? Такая, открываю. Такая. Нету. Открываю опять. Есть конфеты. Звонить. А зачем я буду написать дело? Не знаю, просто так. Да. Я хоть никогда столько цветов не брала. А сегодня что-то захотелось взять. А, ну что мне дом будет вкусно пахнуть? Подарки я потом открою. Мне, конечно, в реале нету ски. Вот так что-то захотелось взять. Так, еще вы хотели начать? Я буквально пару вопросов. Это ведь вы констатировали с мокрыми. Так? Да, уже в палату делаем тоже программу, проверим пульс, рефлексию, стандартные процедуры. Имеется программа, которая с ней будет. Повешу вот сюда. Хоть бы оно повесилось. Да, есть. Все повесилось. Ты знаешь, у меня там где-то есть это как там кольцо. А, что я вам рассказывала, что сами все видели? С господином Кочином знакомы? Да, видишь, конечно. Его предприятие... Сычка, хоп. Закупает оборудование. Но нет. Так что видели, да. Так, Никита, а что ты мне это кольцо не подарил? А? Хотел забрать с почты, это мой подарок был. Я хотел тебе его подарить. Алло, кто это? А, это мне деньги звонят. Деньги, деньги, таун-тун, деньги звонят. Алло-ло, она как кукла, алло-ло. На миллион, на миллион. Он что хочет, пись-пись. Опять цветы. Сумочку хочу, хочу туфли джумичу, а плодиную хочу. Еще одна свеча. Стоп, я что? Два одинаковых цветка взяла? О, я же пошла.
Да, два одинаковых. А нет, не одинаковые они. Дом Карамбетов. Скажите, лист, это же кактус. Дом Карамбетов. Да, в моем доме не соскучишься. О, ключи от квартиры. Еще портфель. Шапка. Заяц. Куда духи мне одевать? Я почему-то сильно смешно. Я же забыла, что могут быть ноутбук. Ау. Это как это? У меня с комнатами не соскучишься. Ко мне кто-то в гости пройдет. Привет, лис. Сейчас цветочки полью. Все полива. Давай дальше болтать. Сейчас я еще один полью. Все. Никите, польем. Я же не цветочку. Ничего страшного. Будешь цветочку. Шлю. Смотрите, сколько коробок. Что, готово? Давайте посмотрим. Значит, вы испугались за свою карьеру и не перерезали ее инструмент, и не ранили опухоль. Так, будем много кромбетов брать. Так, считаю, сколько? Я же забыл, что еще кепка. Я очки. Да блин, не туда зашла. Прокиньте, это видео почти длится 30 минут. Я, наверное, полчаса как это видео снимать уже. Нет, наверное, в 30 я уже закончу, начну прощаться. Потому что я столько много снимаю уже. Так, куда мне... Точно, у меня 6 тысяч. Так, вот заход в эту локацию. Кстати, скретка. Мне осталось еще минут мать, и все. Ну, я еще не знаю. Вот все попросили, я скажу, когда все. Так, знаете, что мне надо? Да. Вот в этой локации еще один крамбет. Там, по-моему, два крамбета. Как я помню. Да, по-моему, два. Давайте поищем, потому что была секретка с крамбетом. Я точно знаю. Эй, ты чё?
Да, уже 30 минут, я еще даже не закончилось. Да, это видео длится уже полчаса, скоро буду заканчивать. Не, ну одни видео по часу идут. А у меня еще не было видео по часу. Наверное, сниму это видео по часу. Ну, наверное, все-таки далее не сниму. Так, заходим. Мне надо зайти в много локаций. Знаете почему? Я сейчас зайду. Вот создавать секретных крампетов. Создавать секретки, я вам покажу их. Нам нужен такой мячик. Кальпачок. Не, так и думал, что надо. А, еще тут. По-моему, вот эти предметы, либо фотоаппарат, да. Вот эти. Знаете почему? Потому что там справляемся. Блин, забыл. Ну, ладно, потом возьму. Мира молоком. Сейчас, Никите, я дам хомяков. На раз хомяка. Вот два хомяка. Знаете, почему я взяла без клеток? Потому что у меня скоро будет... Знаете, что? Скоро. Начнется. Так, знаете, сколько сейчас вечера? 20 вечера. А я еще видео тоже снимаю. Мне просто нравится снимать видео. Потому что я люблю радовать вас. Потому что у меня подписано две моих подруги. Маша и Полина. Маша и Полина. Ну, по-моему, наверное, Маша не подписана, я не знаю. Маша, ты смотришь это видео, Маша, пожалуйста, написать, ты мне на меня подписана или нет. Потому что я живу классистом. Вот, что теперь? Мы с ней стали давно не видеться. Я взял суши. Помню, что надо убирать. Видите, потому что я на них давно забью, я давно это уже не делала. По-моему, 3 крампета должно быть, я не помню каких. Как их вообще делать? Так. 2 крампета готов, потому что я не помню, как делать еще одного крампета. Кажется, вспомнил, как. Все, ну, наверное, это я не так. Пусть забирают петицию. Я просил подождать. Павел, поехал на допрос. А эта сволочь разгуливает под больницей, как ни в чем не бывало. Девочка в опасности. Для девочки. Павел, поехал на допрос. Кажется, ты что? Так, где он? Все, хватит. Я вызываю. Тут не нужно. Как я помню, не надо какую-то футбанку взять. По-моему, такой я не помню. Так, Рита, ты берешь глобус. Что-то ничего не получилось. Хватит. Что? Потому что я могу придумать другие пути, а пока следствие будет работать. Поправила? Вот, секретный крампет. Ну, давай. У меня будет один такой крампет.
Я давно уже не помню, но может... Его делает вот эта девочка. Прикиньте, она его делает. Потому что я давно забил, я не помню, кто его делал. Просто давал не тому. Он бы это мое. Ну ладно, все, давайте, всем пока. Завтра выйдет новая часть, сегодня 2 серые выйдет, 5 и 6. Ладно, давайте, всем пока. Завтра, наверное, тоже выйдет 2 серые, я не знаю. Ладно, ждите 7-ю, 8-ю часть. Всем пока.